На 10 девчонок только 9 ребят. Слова известной песни остаются актуальными и сегодня. По данным Ярославльстата, в нашей области женщин больше, чем мужчин, на 133 тысячи. В Ярославле эта разница составляет 73 тысячи. На 1000 представителей сильного пола приходится 1234 представительницы пола прекрасного. Если рассматривать по возрастным категориям, то до 21 года гендерный баланс склоняется в сторону мужского населения. Примерное равновесие между мужчинами и женщинами наблюдается в возрасте от 21 до 30 лет. А вот в старшем и пожилом возрасте число женщин превосходит число мужчин. Самое молодое население проживает в Тутаевском районе. В районном центре средний возраст составляет 39 лет. Самым возрастным считается Брейтовский район. Там средний возраст почти 46 лет. В Ярославле средний возраст населения составляет 40,5 лет. В Рыбинске – 42,5 года. В России в эти выходные